Здравствуйте, коллеги. World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Алексей Иванов. Я представляю компанию Unica. Мы производим морс. Морс, расскажите, пожалуйста, где вы базируетесь, в каком регионе? Вообще мы находились раньше в Санкт-Петербурге, но сейчас мы приехали в Ленинградскую область и представляем здесь Ленинградскую область, как производитель от Ленинградской области. Расскажите, вот вижу такой прекрасный морс в ваших руках. Я так понимаю, скорее всего, он не один, какие-то есть разные варианты. Расскажите, пожалуйста, интересно. У нас целая линейка различных вкусов, их 6. Клюква, облепиха и остальные. Дикоросы. Также у нас есть вишня. У нас есть разный литраж. 3 литра, 10 литров, 1,5 литра, маленькие 0,3 литра, 0,75, литровые, стекло. Есть PET-упаковка. Так что, в принципе, мы производим абсолютно практически во всех видах упаковки. Расскажите, это концентрированный продукт, его нужно разбавлять водой или уже готовый продукт? Это готовый продукт. Именно эту упаковку мы ее запустили буквально вчера, мы ее сегодня привезли на выставку, мы будем поставлять ее в ритейл. И 3-литровые упаковки тоже в ритейл мы будем поставлять. 10-литровые упаковки мы поставляем в хорику, в рестораны, в отели. И стекляшечки мы тоже поставляем как и в хорику, так и в ритейл. Вот. Это чисто экологический продукт, мы не добавляем ни красителей, ни каких-то других добавок, там только ягода, вода и сахар. Расскажите, где вы берете сырье? Мы сырье закупаем по большей части 50% в России, в российские поставщики, а в основном это Карелия, и часть везем из-за рубежа. Из Канады, из Китая вот мы закупаем там клюкву, канадская клюква, и часть дикоросов мы покупаем все-таки в России. Скажите, мы где-то на выставке можем попробовать вашу продукцию? Да. Я номер стенда, конечно, сейчас не вспомню, но мы предоставляем образцы бесплатные и разливаем, да, можно будет попробовать, конечно. Мы надеемся, мы конкретно, съемочная наша группа сможет вас найти, и надеемся, наши участники выставки тоже найдут ваш павильон, с удовольствием оценят по достоинству вашу продукцию. Пожелаем вам удачи на нашей выставке, и надеюсь, бизнес-встречи тоже пройдут достойно и интересно. Спасибо вам большое, я тоже желаю хорошего дня и хорошей продуктивной работы на этой выставке. Спасибо. Спасибо, до свидания.